Значит, снова здорово, Верес. Это уже будет третье видеообращение к тебе. И на этот раз это та самая Сиала. Я не знаю, почему у тебя не заходит клиент. У тебя клиент вообще выглядит вот точно так же. Сиала, это считай, что... Ну, другими словами, просто в кавычках я тебя тут так вот сделаю пальчики, два пальчика своих, четыре. Вот так вот загну. Это в кавычках называется другой Neverwinter. Сиала это совсем другой Neverwinter. Считай, что прямо к Neverwinter Nights 2. Но я бы, знаете ли... Ну, меня кто увидит с яйцами, будут ругать за это. Сейчас подождите. Я просто горло промочил. Лучше разговаривать было, общаться. С яйцами меня будут ругать за это выражение, но я все равно выскажу его. Я бы тебе не рекомендовал подсаживаться на Сиалу, потому что оно убьет все твое свободное время. Я очень рад, что я покинул ее. Никогда больше не вернусь. Нафиг оно мне надо. Я сейчас репали Штормом и Лотером. За полчаса прошел раунд, там все, иди спи, отдыхай или работай. Но на Сиалу ты подсядешь, ты никакие не полчаса. Угробишь всю жизнь. Я очень рад, что я от нее избавился и познакомился наконец-то с реальным миром и со всем. Ну, с реальной жизнью. Очень рад сегодня. Сейчас вот день, сейчас обед, сейчас я в обеде. Вот IP Сиалы. Я не знаю, почему не заходит. Смотри, все заходит. Но тут имена надо, я не знаю, тебе кто-то говорил, вот смотри. Может из-за этого у тебя не заходит, я тебе сейчас и помогу. Смотри, выбираешь ты. Ну сейчас все стандартно, это не важно. А, да, портретики посмотрим, Сиалы. За офигенно новые портреты. Вау! Я сам не видел. Вау! Да, офигенные портреты. Я выбрал такой, не знаю зачем. Да я же рандомно. Рекомендуемость. Что там, воин рекомендует? Неважно. Я сейчас тебе покажу с именами заморочку. Может из-за имено. Из-за никнеймов ты не можешь зайти. Смотри. Смотри. Вот. Что? А я не помню сам. Я не подготовился, нифига. Ну смотри, по-моему, имя надо оставить пустым. Фамилию записать, имя вот сюда вот, божество надо. И... А, нет, фамилию, по-моему, строчку пустую оставляем. Имя. Знаешь что? А я сейчас почитаю божество. Я... Ты вообще читал сам-то форум? Ну смотри, в общем, начинаем мы, вот у меня тут прокачанный персонаж есть для лагеря, тренирую новичков, тренер вот такой. Своеобразный Лео, это мой персонаж, все уж так знают, наверное. Иногда просят меня новички. Раньше вообще был поток, но сейчас уже все прокачаны, каждый свой персонаж есть. Я им только в лагере, ты слышишь музыку, то они музыку поставили с Diablo. Diablo 2, уважаемая игра, тоже. От Blizzard. Blizzard Entertainment. Смотри, что я тебе хочу показать. Запросто можешь обращаться, но тут все, естественно, русскоязычные игроки. Да, просто когда я... Можно... Да нет, как, в каком игре? Я уже давно не в игре. Можешь мне через... Говорю, ты плохо, что не ВКонтакте не зарегистрирован, не на Ютубе. Запросто бы ты мог мне написать в личку на том же Ютубе, что вкачай моего персонажа до 4 уровня по-быстрому. Потому что здесь долго бить манекены. Вот. Вот можно тут вот побить. Лучника здесь хорошо покачаться. Можно... Вот тут вот на манекенах лучше. Тыкаешь их, и опыт тебе идет. Ну, я уже вкачан, перекачан. Вкачал персонажа до 13 уровня в лагере, через лагерь разбойников. Долго молился. Потому что, о-о-о, я, наверное, месяц качал. Знать не знаю. Знать не хочу. И кто такой? Лок. Лок. Вот видишь, а я тебе что говорю? Я никогда не буду. Удачно ты попал, парень. Ты кто такой? Вот здесь вот. Ты кто такой? Давай, до свидания. Нет, я шучу просто. Вот здесь вот для магов отлично вообще. Тренировка здесь быстрее, опыт идет. Я ж тебе говорю, меня уже все знают. Я вообще-то это видео для Вереса пишу. Ты, парень, знаешь, что ты сейчас попадешь на видео в интернет? Нет, не знаешь. А ты попадешь в интернет.
И под мои комментарии попадешь, как говорят, не любят меня. Чтобы я комментировал, тем более сиальцы. Они меня тут ненавидели в свое время куда-то. А, ладно, что полиция. Да и так уже все знают. Так, да, ладно, не в этом суть. Сейчас зайдут, мне надо помочь. Если я еще помню сам, как что тут делать вообще. Я, честно говоря, сам уже ничего не помню. Я же зашел раз в год сюда. А, палку надо зачаровать свою, точно. Тут вот надо, если ты клиром играешь, священником кастовать, на вот этот символ всегда в руках держать, иначе все изгнания не будут кастоваться, пропадут. Всегда с палкой таскайся. Это, наверное, Сандра, кто еще? Сандра, общаемся обычно. Сандром. Он, кстати, хорошо магами играет. На турнирах. Посмотри, Сиала PvP турниры. Кстати, насчет имен. Вот я, наверное, дополню свое видео. И за тебя придется читать. А, для тебя. Да чё, почему вот я тебе помогаю? Ну, знаешь, на самом деле не только тебе. Тут есть подкаст, ну, тут есть такое изюминка в этом видео, что я про интернет. Хоть я и пишу, что видео для Вериса, но также новички, которые не знают, как попасть на тот или иной сервер, или вообще про существование этих серверов, видят попутно этот сервер. Потому что я смотрю, посмотрел уже по 7 просмотров, там только вчера выложил уже по 7 просмотров и больше моих видео. Это же не все 7 Верисов было. Это и другие игроки смотрят. Ну пусть смотрят, пригодится. Не столько же Верисов в интернете. Верис-то один. Ну я это видео, естественно, делаю не только для Вериса, для всех. Ну, с подкастом, слушай, как будто мне с кем-то общаться. Я вот общаюсь сейчас якобы с Верисом, он же смотрит на это. Ну где ты там? Заходи давай. Чего мне ждать тебя долго? Если бы я еще знал, как пройти, помнил лагерь. Меня сейчас просят лагерь, а я только впервые зашел на эту сиалу, пока Листорм Лутер в дауне, так сказать. Кто его, интересно, уронил? А, Шейфтер уронил, вспомнил, да. Друид зашел куда-то. Форму превратился и уронил сервер, когда умер. Ну чё? Ща? А, так он еще не создает. Он сейчас создает чара, это точно. Вот все равно он отсюда, кстати, начнет. Ну-ка. Видите, истина, почему у меня не скостовано? Я его сейчас не увижу. Ну все, я помню, что надо кастоваться полностью. Это чисто... не смотрите вы на это все. Это чисто для лагеря. Вот это вот все параметры запомнили. Чисто для лагеря персонаж, чтобы проходить тут квестики. Он взял замки, все, до последнего квеста пройдет. И барда, то что надо для лагеря, квест пройти лагерь. Чтобы сразу с первого до четвертого уровня прокачаться. Блин, я вас спалил. Я с Верис создаст себе, да и пройдет. Ну, не важно. И так умные люди догадаются, как создавать чара такого. А тут все умные, кто на сиале играет. Я почему и стал перешел. Раньше я упрекал там кого-то, да, спорил, что о, да конечно, кто там, я лучший. А теперь я знаю, что никакой я не лучший. Есть намного лучше меня игроки. Я могу даже сказать, что я среднячок игрок. Не хороший, не плохой. Средний. Сейчас уже, конечно, повысил уровень. Столько. Но еще меня обыграют. Наверное, на сиале это только PvP-шек. Отцы PvP, так сказать. Я это все знаю. Теперь, когда повзрослел, понимаю, что игроки есть намного получше меня. Здесь-то я, когда играл, брал уроки PvP. И теперь американцев убивают на раз-два, потому что уровень американских игроков никогда в жизни не сравнится с уровнем русскоязычных PvP игроков. Это вообще небо и земля. У всех, вот вы увидели у меня на Alstorm Walter 900 убийств и там 300 смертей. Ну будет 1000 убийств, 300 смертей. Так вот, любой русский сделает еще лучше статистику там с американцами. Будет 1000 по 100 у них. Сиалы, любой русскоязычный PvP игрок. Я думаю так. Потому что здесь все старики играют. Ну что, где? Я сейчас пока подготовлюсь, наверное, пойду вспомню. Мил Верис. Совсем другая обложка игры, все. Это другой Neverwinter, и два должно быть. Один для сиала отдельный, другой для заграничных серверов, для иностранных. У меня все доходит, не знаю, чем-то. У тебя, может, с именами проблемы, потому что надо там в божестве что-то, по-моему, прописывать имя. И в имя или фамилии. Какую-то строчку. Ну попробуй так и так, три создать чара. И одним из них точно зайдется.
Попробую оставить. Я не знаю, я просто не подготовился, к сожалению, к этому видео. Может, я сделаю продолжение этого видео с подготовленным. Просто читать мне еще лень. Я сам забыл, 100 лет на сериале не играл. Ну вот он, я же вошел. Ну-ка, я сейчас все пойму. По-моему, это что у нас идет? Имя или фамилия? Я сейчас просто спрошу. Спрошу у игрока, когда он зайдет. И мы тебе покажем. Не надо ничего пересоздавать. Точно, вот попался мне удобно. Стрелок сейчас зайдет. Так, мы готовы дать экзамен. Все. Дело мне ждать его. Я сейчас просто вспомню, как тут проходить-то. Говорю, 100 лет не играл, все забываешь, естественно. Вообще удивляются, почему ты. Вот если я сейчас на Unreal 2, для меня совершенно новейшая игра. И все скиллы, все теряется, и у меня. Че это? Удивляться-то я не понимаю. Вот камень, по-моему, тут разбить надо тело. Если ты долго играешь на каком-то одном сервере, ты забываешь все про другой совсем. Вот русскоязычные заходят на Алишторм, помирают и выходят. Ну что, надо навыки. Вот так же я на сериале сейчас точно помру от первого же. Потому что все забыл, растерял все навыки. Уже не тот мой скилл игры. Вот я даже забыл, как чекать, кто тут в локации. Нет, это не то. Сейчас чеканем. Вот, я Лео один в Стартолке. Вот кто белый, это Стартолка синий, это синяя, красная, это красная фракция. Под вечер тут много собирается русскоязычных игроков. Сиала, я про него писал, что самый живучий до сих пор сервер. Его, как говорится, ни огонь, ни вода не смоет. Ну, чё, кто там еще белый есть, нет? Нету никого. Ну, знаешь, этот опыт вообще кошмар идет. По одному 5 опыта, и ты, то есть... Well, hello there! Yes! Мила... Мэла... Мэла какая-то... Greetings to you. Well, hello there! Ну, блин... Чё стоять-то? Слушай... Сейчас вот у него все расспросим. Верес, ты, надеюсь, смотришь? Слушай... Опять? Еще кто-то хочет? Да. Видишь, что пошли? Ну... Нет, нет. Так, подождите, давайте доведем, а то Верес так и не может зайти. Слушай. Читай, читай, Верес, для тебя пишем. Ну ты не можешь войти-то. Это видео для тебя. Вот смотри, фамилию оставляем пустой, а в большинство, ну-ка, надо вписывать. Потому что тут все замудрено. И, естественно, пиши имена не Терминатор, а нормальные имена пиши. Это же РП-сервер. Так, а в большинство... Ага, значит, только оставляем фамилию пустой, а у тебя, наверное, ну я не знаю тогда. Ну ты, наверное, и так имя писал. Пиши на русском имя, попробуй, это же русскоязычный сервер, например, Верес.
И попробуй все-таки, может, я какого-то все-таки обновления не хватает, не знаю, вписать все-таки еще и в божество имя, а фамилию обязательно пустой. То есть имя пиши, ну так и так попробуй, что, не знаю, что я должен все подсказывать, я уже нервничаю, из-за тебя надоело. Все, почему я должен помогать? Здесь куча новичков этих было, когда сотни играли, под вечер так 20 играет. Тут таких, ну не знаю, я сейчас тебя, наверное, обижаю, теми словами обижу, да? Ну таких, как ты, уже за 10 лет с вопросами было новичков 100, наверное, через меня прошло. Но ты почему-то на Restorm Lotter играешь, поэтому мне к тебе больше, как бы сказать, уважения, такого дружеского отношения, не знаю, как еще сказать. На Restorm Lotter никто не играет, поэтому я тебе помогаю. Ну вот я сейчас помог тебе, ты сейчас на Сиале пропадешь, и все, и на Restorm Lotter больше не увижу. А я-то сроду здесь не пропаду. Потому что я уже забил на этот сервер, никогда не вернусь, я же сказал. Я вот сейчас сюда вернулся, только в лагере, и вот из лагеря я ни шагу не выхожу, да? До 13 уровня прокачал-то, все. А Restorm Lotter поднимут, я снова туда ухожу. Я тут мимо прошел, как я сказал. Вот видишь, мой АК опять тест. Пожалуйста, я тебе помогу пройти лагерь, но ни шагу из лагеря. Ну что, где-то там еду-то собрала, нет? Пойду посмотрю, кухарка чем там занимается. Тут надо еду варить и все, спать я совсем забыл, кстати. Да, точно, дрова, и да, вот она. Дрова, и да, факел, чтобы соорудить костер, надо поспать. Ну, покажу тебе все. Дрова нарубить. Вот тут вот пища, видишь, они... И когда, если удачно... Ну, я сейчас не могу, я уже высокий уровень. Мне уже не в лагере надо. Вот пишут за лагерем. Вот это видео не только для Вереса, естественно. Что, Верес пуп земли, что ли? Вот я опять обижаю, наверное. Ну, что поделать. Они для обижения... Нет, они обижаются. На обиженных, говорят, воду возят. Огорчают. Вот меня научил один там человек. Говорит слово не обижает. Не обижается, а огорчает. Огорчишь, говоришь, ты меня не обидишь, а то на обиженных воду водит. Или как он там все хуже выразил, то я не буду выражаться. Так вот. Смотри, вот здесь вот лес рубишь. Сооружаешь костер. Можешь дрыхнуть. Смотри. Вот так вот раз. Поджигаешь. Спишь, соответственно. Я не буду сейчас спать, я посплю там, потому что мне... Вот здесь вот смотришь информацию через планатор. Вот так вот выглядит. Сколько тебе до будущего сна? Вот, ты можешь отдыхать. Ты устанешь через 11 часов. Это до следующего сна столько. Но это медленный сервер, я тебе говорю. Вот тут дрова рубишь, дровосек. Можешь дать ему продать за деньги. Ой, что только не будет. На что только не пойдешь для новичков. Но это вам повезло всем. Ну, так сказать. Ну, ладно, все. Пока Restorm Lotter сервер дауне, и нефиг нечем заняться, я решил кучу видео накрепать разносторонних, других серверов. Так бы фиг 2 создал. Такие инструкции я редко кому создаю. Редко, но метко, так называется. Еще 2 еды и все. Ура. Давай милу, мыло. Какая-то мыло, мило. Что кто такой? Почему тут в этом загвоз... В этом какая-то есть нити. Что-то мне здесь не нравится. В этом нити есть какая-то не знаю, подвох какой-то есть. Вот. Не дают покушать. Well, hello there. Ну, ой. Well, hello there. Еще бы вспомнить все.
Не, ну серьезно, она так не есть. Сейчас как зачаруешься. Надо ей, мне даже цель и так есть. Вот как раз на нас двоих нам не хуже. Она отлично поможет в этом. Как врежу и все, там наконец. Да. Ну и что дальше делать? Вспомнить бы еще. А, да, ловушку обезвредить надо. Взять ловушку или обезвредить? Здесь умирает сразу, если на ловушку натыкаешься, это неправильно делать. Вот такой чарой нужен здесь. Все, ворд, клир, как правильно же сказать? Да. Бард, пул. Да-да-да, как раз этот нужен священник. Absolutely grand. Теперь что надо? А, тролля замочить, так замочим. А где песня-то? А, да, вот спеть потом. Троллю надо. Ой, не троллю, а огру спеть. От тролля замочить и ключ забрать у него. А, да, у меня же КД есть. Он даже мне нифига не сделает. Естественно, вкачанный билд для лагеря. Ага, диалог. И что, я теперь, думаете, вспомню? О, песенка, все правильно. Да, вот бард, тот же бард вам пригодился. О, нифига, у меня тут обказ какой. А на це-то я есть. А, да, теперь паука убить. Я его не отравил, урод. Он его спас. Вот так, теперь надо вылечить раненого, на раненую жертву паука. Чем лечить-то? Он мне должен пароль сказать. Никогда не говорит, никогда баг байден. Hello. Ну ты как здесь оказался? Добыча будет наш. Ура! Пока все верным путем идем. Так, перекастовать оружие. И мы пройдем квест. Не, я хочу повоевать. Я могу ледяным штормом на самом деле им всем врезать. И все, пройдено будет абсолютно. С первого раза. Но надо повоевать, чтобы увидеть, какая здесь сложность на самом деле. Так, добыча будет наша. Подожди. Ура, понеслась. На тебе, а вот и босс. Ну-ка, он обычно сложен для новичков, но не для меня. Где магия, снялась. Сколько хоть опыта дали? Я хоть все вкачиваюсь, нет? Уже не дают. А, вот за мага обычно. За священника и за мага. Если долго не убьешь их... Да, ну-ка, сколько дали мне. О, дают еще, ура.
Если долго не убьешь их, видите, по 30 опыта. Он фаерболом будет по тебе стрелять. Сейчас дождемся от мага фаербола. Давай фаерболом пальним по мне. Это уцепление он делал. Ну, фаербол. А, себя убьет надо. Ура, теперь я его просто убью после фаербола. Все. Там хорошая, кстати, бронька падает. Для новичков как раз босса. Я могу и сундук открыть. Очень умельный. Ну-ка. Это мое будет. Я куплю. Все, это мое. Вот так и проходим квесты. Для этого я тут только существую сейчас. Дальше я не ногой из лагеря. Ну его нафиг подсаживаться на эту игру. Until we meet again. Верит? Ты все понял? Заходи, играй. Не знаю, что ты мучишься. Хочешь? Если ты зайдешь сюда, играешь, я тебе гарантирую, я тебя предупредил, в общем. Ты подсядешь на эту игру. Это сервер. А смотри, стоит оно того или нет, тебе только решать.